Всем привет, ребят. Ну что, бегал в код и завтыкал сегодня, что у нас обновился Battle Pass. Сейчас посмотрим, что там интересного нового в нем добавили на Тайване. Завтра он уже будет, ну точнее сегодня на русском. Космо, вот так вот. Космо и скин на Космо. Печаль, 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 печаль. А где, где? Камешки, а вот они, донатные камешки. А, так, смотрим Космо с интересного. Какая слизнь? Зеленая. Новый суперпэт. Опять он. Четвертая карта. Ну, опять же, это все для донатов. Для без доната. Ну, ПДшка, я считаю, огонь. Тоже, в принципе, круто. Почему бы и нет. Неплохо. Камешки. Ну, в общем, вот как-то так. А, то есть, нового пэта добавили. Супер пэта для тех, кто возьмет Battle Pass. Нету нового, нету никакого донатного героя, возможность собрать Космо, но опять же за донат, вспомогательно, ну, я не знаю. Я бы сюда добавил какого-то донатного героя, так как они уже стоят 10 баксов, блин. На некоторых серваках их дают бесплатно, можно было бы уже что-то, даже какие-то осколки героя добавить сюда, и было бы уже круто, чтобы добавили осколки донатного героя, пусть там будет это Мэри, Барт. Что-то типа такого. Не обязательно полностью всего героя пихать, но можно было бы хотя бы часть осколков дать, возможность забрать для людей. Ну, не знаю. В общем, такое вот, ребят. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ждите завтра, трешак будет опять на сервере. Там просто жесть. В общем, всем удачи. Всем пока. Я побежал по делам. Так, что тут еще интересного? Ну, больше ничего такого нет. В общем, такой вот новый Battle Pass. Все, всем пока.